Новый вагон. 341. Москва, Вена. Вот это на туалетике. Походу он душ. Душевая кабинка. Такой ванничек. Такой санузел. Открывается дверка. Сейчас с вами пройдем по коридорчику. Мы остановились в Орше. Тут такой коридорчик. Все автоматически. Здесь тоже все очень красиво. Хорошо сделано. Так, давай покажем, как открываются и закрываются двери. Наше купе закрыто. В каждом купе лежат 4 электронных вот таких ключика, да, чтобы открыть купе, надо приложить. Открылся. Заходите. Что мне еще нравится, да, когда купе закрыто, здесь есть глазочек. Владюш, покажи глазочек. Да, кто тут к нам пришел? Вот такой купе. 341 вагоне. Ну, в таком купе мы ехали до Вены. Новый вагон. 4-местный. Очень удобно, просторно. Вещи все умещались под такими диванчиками. Если вот так разложить, получается столик такой удобный. Нажав на кнопочку, спокойно можно опустить спальное место. Потом также спокойно это все поднимается. Так, столик превращается в умывальничек. Горячая вода, все чудненько работает. Кондиционеры в каждом купе регулируются. Пассажирам холодно прибавил, жарко добавил, очень удобно. Вся панелька управления, свет, связь, все здесь. Очень удобно. Нам понравилось.